проектный лист денег, с завтрашнего дня определенная часть денег уже приходит в ваш личный кабинет. Это личный кабинет, вход в который вы можете войти только вы. Указывайте номер телефона и пароль, который вы как раз таки придумали, только вы. Кроме вас туда никто не заходит. Это ваш личный кабинет, это ваш офис, где вы работаете. Да. И эти деньги, которые накапливаются, эти бонусы, которые накапливаются в вашем личном кабинете, вы можете выводить хоть каждый день, хоть каждую неделю. И вы можете использовать эти бонусы так, как вы хотите. Предложений, потому что действительно очень много. Но сегодня я расскажу как раз это самое основное. Это было первое предложение от компании Kangaroo Gel. Я думаю, что у вас в любом случае есть вопросы, я уверен. Так что задавайте сейчас. А какая защита кабинета? Вот есть у меня кабинет, там есть деньги. Какая защита, гарантия, что никто их не выиграл? У нас есть свои айтишники, которые, конечно, защищают это все и проверяются. Очень важно. Это, во-первых, нам нужно это защищать, во-первых, для себя, это очень важно, во-первых, конечно, для наших. Для того, чтобы поменять карточку, например, вот если вы присоединяете свою карту, если хотите одну карту поменять на другую, у вас опять идет двойная аутентификация, вы должны подтвердить через смс-подтверждение, либо подтверждение через электронную почту, которую вы указываете. Да, только тогда. То есть это очень защищенная площадка. Для смены карты. Теперь второй вопрос. Нет вопросов? Почему выше процент все-таки лутонит? Вы знаете, это тот продукт, который компания Kangaroo Jewelry несколько месяцев завела на рынок Турции, и это тот продукт, который мы продвигаем, и это лучший аналог бриллианта, да, у него есть двойное преломление света. Тот продукт, на который мы ставим в первую очередь акцент, и тот продукт, который мы хотим дарить людям, и при этом, чтобы они зарабатывали. Поэтому добавочная стоимость в этом продукте гораздо выше. Компания делает хорошие продажи, но сами пользуются сейчас огромной популярностью, как и людей, приезжих из других стран, также и когда мы продаем букинг-карты в другие страны, повышенный процент. Также турецкие граждане облюбовали этот продукт, и интернет-магазин, который работает в Турции.